И приз за самый оригинальный способ участия в массовом флешмобе достается канадскому пилоту. Летчик внес свой вклад в акцию «22 отжимания», причем не выходя из самолета. В полете он поднимал и опускал нос воздушного судна и, по собственному признанию, чувствовал себя так, будто действительно совершает какое-то физическое упражнение. Теперь расскажу чуть подробнее про саму эту акцию. Челлендж 22 отжимания пошел из США. Таким образом, люди хотят привлечь внимание к психологическим проблемам ветеранов военной службы. По данным статистики, в Америке каждый день суицид совершают 22 бывших военных, как мужчин, так и женщин. Поддержать эту акцию решили во всем мире. Отжимались и жертвовали деньги, фонды помощи и знаменитости. Актеры Дуэйн Скала Джонсон, Крис Пратт, Джон Кресинский и многие другие.